Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, у нас продолжение ТМС. Я забыл включить микрофон, поэтому начинаем с этого момента. Помылись, поели, естественно, будем в этой серии погашать долги, как я уже говорил раньше, но ты этого не слышал. А не слышал, потому что я забывчивый достаточно. Оштрафовали в предыдущей серии нас с тобой за то, что беспощадно, бессовестно воровали электричество. Ну-ка, смылся. И получилась вот такая вот неприятная история. Просто вот нагло взяли и оштрафовали. Первые клиенты подоспели. Естественно, мне написали, что можно по две танцовщицы как-то вызывать. Я просто что-то не особо допонял, но мы попробуем сегодня с тобой это сделать, если накопим денег достаточное количество, чтобы это провернуть. То есть там как-то нужно заказать одну, пока она там станцует. Она садится на стул, открываешь дверь, там заходит вторая. Как это происходит, я вообще не понимаю. У меня дверь открытая, то есть надо ее закрыть. Неясно. Давай будем брызгать освежителем. Просто будем наслаждаться игрой. Я думаю, ее можно быстро очень пройти, но... Да нет. Ее быстро очень можно было бы пройти, но мы с тобой не из таких людей, мы с тобой наслаждаемся процессом. Да я же распыляю, что ты хочешь от меня еще? Я же распыляю. А быстрее распылять я не могу. Не могу, естественно. Опа. Угу. Ну, открой ты. Да я только в одной кабинке не распылил, что вы мне все жалуетесь? Угу. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, да поставься. 51 еврик нам осталось с тобой накопить, чтобы погасить долг. Это в целом-то немножко, совсем немножко. Девушка, проходите в мой общественный туалет, отведайте комфорта. Там очень хорошо, там очень приятно пахнет освежителем. И вообще очень хорошая атмосфера. Так, у нас здесь с тобой все как надо. Да, все как надо. Ничто не помешает нам воровать электричество. Просто и ничто, и никто. Никакая полицейская, никакой полицейский, никакие сотрудники других каких-то органов не смогут нас заставить платить за электричество в полном объеме. И, естественно, за воду тоже. Ты представляешь, сколько с нас денег содрали? Просто 70 евро на ровном месте. Просто как здрасте, улетели. Вижу, что нет туалетной бумаги. Это досадно. Нужно нам с тобой это дело исправить. Сейчас отмоем полы и, естественно, положим туалетку. Так, молодец. Деньги не буду брать пока что. Ну, а что я их буду брать? Хотя, блин, а мне даже на туалетку денег не хватит, представляешь? Сколько у меня комфорта сейчас? 43, небось? 51. Неплохо. Девушка вот позанималась спортом и решила сходить в туалет. Мужики идут, девушки идут. Смотри, какой поток обильных клиентов. Просто очень много клиентов. 51 евро мы с тобой заработаем очень быстро. Какой ты быстрый, молодой человек. Просто со скоростью света освободил кабинку. Давай, и ты тоже так же выходи скорее. Давай я смою и забуду про тебя вообще, что ты здесь был когда-либо. Опа, а девушек-то много идет. Значит, нужно нам с тобой вот сюда вот прийти, смыть толчок. Ну-ка. Эть. Пойти туда. Почему он не выходит? Почему он такой долгий? Тук-тук-тук. Молодец. Я тебя не просил закрывать. Я хотел просто зайти за тобой в кабинку и смыть. Ведь ты же этого делать не умеешь. Я бы заказал с радостью уборщицу. Ты сейчас можешь мне сказать, что вот ты заказал бы уборщицу лучше, но у меня же денег нет. Я, естественно, был бы не против это сделать. Так, денежек сколько у нас? Много, но недостаточно для заказа ни уборщицы, ни для вызова танцовщицы.
по поводу бага написали, что у меня там что-то еще восстанавливается, что-то еще появляется, что-то еще делается. И я ничего не понял, поэтому... Да и к тому же я забыл прочитать комментарий перед тем, как записывать серию. Поэтому ничего страшного в этом нет. Я думаю, что мы обойдемся без всяких этих багов. Это все-таки ерунда полнейшая. Баги — это здорово, но когда записываешь игру, это неинтересно. Много денег мы с тобой заработали сейчас. Правда, уже вечер, конечно, это уже много времени мы с тобой... Не моргай, Свет, ты чё моргаешь? Много времени все же в игре провели. Сколько времени уже? Целый день прошел. Ну, клиентура прет, значит, все хорошо. Сейчас еще денечек, и будем вызывать танцовщицу. И да, если ты еще не подписался на канал, самое время этим заняться. Там есть кнопочка «Подписаться». Сделай так, чтобы она пропала. И лайк нажми, естественно, но почему бы и нет. И в конце концов, напиши какой-нибудь комментарий. Думаю, это не так сложно для тебя, и все, и вот так вот. Еще, ко всему прочему, проводятся стримы на этом канале все же. Начали проводиться стримы, достаточно стабильно. Я играю примерно около 20-30 по МСК. Стримы запускаются в основном в это время. И это все происходит примерно по будням, через день, может быть, каждый день. Там смотри, заходи на канал оповещения, может быть, что-то увидишь. Если будет стрим, то я примерно около 7 часов по вечеру, естественно, 7 часов вечера 19:00 по МСК выкладываю оповещение. Но это опять плюс-минус, а так может быть и около 20 часов по МСК. Так что зашел, посмотрел, есть уведомления, нет. Убедился, что нет уведомления, пошел спокойно спать. Посмотрел, есть уведомления, пошел поспал, пришел, начал смотреть стрим. В этом нет ничего сложного, в этом нет ничего криминального. Ты можешь каждый раз заходить, писать, общаться. Мы там что-нибудь интересное обсуждаем, как всегда. Что-нибудь интересное, веселое. Играем, но играем мы очень мало. В основном мы все же разговариваем. Все зависит от того, насколько я отдохнувший. Не более того. Так, а погоди, а у нас с тобой какие отношения вообще со всеми этими дамами? То есть с Кларой Эвелин по трешечке, Мэдисон и Лили по нулю. Ну, давай попробуем с тобой Мэдисон охомутать. И если есть возможность реально по два раза ее вызывать за один раз, и от этого есть какой-то результат ощутимый, то мы этим воспользуемся и, конечно же, попробуем в этой серии Мэдисон, так сказать, прокачать отношения с Мэдисон на полностью. Так, здесь ничего нет, здесь только грязюка. Ну, грязюку мы сейчас помоем, это не так сложно, не так долго. Ночь же была. Кто здесь наследил? Валера, может быть, пользовался общественным туалетом, пока нас не было. Или же кто-то просто заходил. Просто кто-то, может быть, зашел. Посмотрел. Управляющего нет. Ну и, в принципе, я подумал, почему бы мне не зайти в этот туалет? Бесплатненько. Вот ты, блин, какие ушлые люди. Можно заказать уборщицу. Мне сказали, что чем раньше я ее заказываю, тем раньше она уходит. И это очень грустно. Давай-ка мы с тобой дождемся, пока первый клиент выйдет из толчка. Мы же его увидим? Нет, отсюда. Нет, скорее всего, отсюда не увидим. Вот отсюда увидим. Как только он выйдет, мы вызовем... Нет, сейчас можно вызывать. Она придет и помоет толчок. Подожди, я заказал? 14 у меня так и было, нет? Поперла невнимательность, представляешь? Уборщица вызвана. Не, все хорошо. Да закройся ты. Молодец.
Так вот, мы идем с тобой сейчас в магазин за газировочкой. Ты почему здесь ходишь? Иди в туалет. А, туалетку нужно, правда, купить. Как я раньше музу без музыки играл, да? Я нажал отправить домой, вроде нет. А почему? А почему она не отправилась домой? Или же я все-таки нажал подобрать? Какой я молодец, а? Ну ладно, выпил и выпил. Я хотел не на ту кнопочку немножечко нажать, не то, конечно, хотел сделать, но... А что ж поделаешь? Ну уже сделал, уже сделал. Что исправить? Ничего не исправить, уже переживать за это не стоит. Деньжонки собираем. Прибыли радуемся. Здесь у нас что? А, это он, наверное, смывается, да, этот туалет? Нет, здесь что-то прям вообще прям полоскается. А, ну все унитазы смылись, тетенька убирается. Тетенька молодец, смотри, как она ползает. Она на этих, на шарнирах или на полозьях, на рельсах, она просто так вот гоняет. Очень удобное положение для мытья пола. Повторяй за мной. Я не знаю просто, чем еще можно было заняться в это время. Она все равно убирает. А мне делать больше здесь нечего. Можно только Валеру сгонять, проведать. И толку от этого все равно никакого нет. А, он же ведь нам ничего интересного не расскажет. Не расскажет. Мне там один добрый человек посоветовал Валере пиццу скормить. Он якобы танцевать будет. Но сразу же раскололся, что это неправда. Я поверил, конечно, но елки-палки, зачем меня так обманывать? Валер, представляешь, тебя хотели заставить танцевать. Бедный ты мой друг, а? Ну вот... Бедные твои пальцы. Ну что ж... Ой, как тебя жизнь потрепала. Хороший мужик, а? Хороший мужик. Никакого негатива за душой нет. Вообще, вот просто в мыслях никакого негатива. А живет такой поганой жизни. Ни еды, ни воды. Лишь надежды на светлое будущее, на светлое завтра и... И на добрых людей, которые ему могут помочь. Деньги давай. Или это все? Ты меня обманула, мне кажется. Слушай, она обманула и ушла. Так, а ты-то чего уходишь так рано? Погоди, я тебя в 10 часов вызвал. Разве нет? Ты работаешь 8 часов, ты так... Нет, подожди, 8. Какие 8-то? Да, 8 часов работает. Какая ты молодец. Какая ты молодец. Мужчина, вы не хотите полы помыть бесплатно у меня, пожалуйста, в общественном туалете? Ну, пожалуйста, не уходите. Почему вы уходите, мужчина? Почему вы все такие большие? Это не придется самому сейчас очищать все. На это не здорово. Пойдем протирать кабинки, протирать унитазы, чтобы все было красиво, все было здорово. Я так понимаю, унитазы смываются какое-то определенное время после того, как проигрывается анимация ухода уборщицы. Пока она там не уйдет за какой-то... За кордон, короче, она пока не уйдет. А унитазы смываются. И грязь вроде как сама тоже отмывается. Но вот сейчас, мне кажется, уже... Нет, смотри, еще смывается. То есть достаточно приличное время работает... Уборщица так сказать, заочно работает. То есть вот время уже 9 часов вечера, а мы ее заказали в 10. То бишь, может быть, даже 12 часов она работает. Просто здесь находится на 8 часов. Что меня очень не радует, она прям как-то очень рано уходит с работы. Хотя обязанности выполнять, какая разница нам, правильно? Правильно. Какая нам разница, как, во сколько уходит человек? Главное, чтобы обязанности были выполнены.
Мужичок, спасибочки. Опа, пойдем посмотрим, смыл? Смыл, нет. Все, да, все, закончилось. Закончилась работа уборщицы. Что очень грустно, что меня очень раздосадовало. Ну, за 5 евро, конечно же, до ночи работать не будешь. Так, так, угу. Мне сказали, что можно ходить там, не знаю, заниматься какими-то своими делами, уходить в туалет в общественный. Можно что-то там, что-то еще вытворять, можно еще что-то делать. Много чего, короче, можно делать, но мы это делать пока не будем. Клара танцевала, Эвелин танцевала, Мэдисон. Мэдисон не танцевала. Вызвать. Мэдисон в пути. Мэдисон сейчас будет вытворять дела, просто делать делишки. Ну, побежали, побежали. Смотри, как быстро мы с тобой расплатились с долгами. Раздали все долги налево-направо. И уже вызвали танцовщицу. Танцовщицу вызвали так быстро, как никто другой не вызывал. А, давай эти шторы задвинем нафиг. А что они нам тут мешают? Это свет какой-то снаружи. Люди ездят там. Можно окно еще закрыть, чтобы шума дороги не было? А то он прям как-то меня отвлекает. Отвлекает, сбивает с толку. У нас с тобой... Блин. А, по 3 газировки каждый. 2 фасолины, 2 кофеи и 1 пицца. 1 пицца — это тоже здорово. Ну, давай попробуем с тобой забагать танцовщицу. Стою, стою, наслаждаюсь жизнью. Когда она там придет? Сколько ее можно ждать? Я устал уже ждать. Вот она пришла. Здравствуйте, здравствуйте. Закроем дверь. Сядем на диванчик. Спать я не вижу смысла. Так, пойдем открывать дверь. Где она там садится, нет? Hello. О, серьезно? Работает. Ошалеть. Круто. Мне понравился танец. Благодарю. Могу ли я предложить тебе что-нибудь поесть или выпить? Разумеется. Yes. Кофейку. Ну, давайте кофейку. Так, а ты там пока плиши, развлекайся. И водичка, 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 водичка. Слушай, ну так вообще хорошо. Если они еще и считаться будут, это вообще будет отлично. Тогда мы с тобой вообще могли бы за серию заодно все это выполнить, и вообще никакого гимора с этим вообще бы не было. Вообще бы не было. Ну, не за серию, ладно, я это утрирую все-таки. Серии за 3 можно было прям пройти эту, мне кажется, игру. Ну, где? Молочко, 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 не бег. Молодец, 35, почти рекорд. Так, на, держи. Уходи. Уходи, говорю. Что ты ждешь? Уходи. Красота. С Мэдисон отношения увеличились. Пойдем кофейку прикупим. Она все равно от нас не уйдет пока, правильно? Пока hello, не hello, а там весь день пройдет, пока она будет танцевать. Сколько сейчас времени? Она пришла, по-моему, примерно в 9 часов где-то. Ну, у нас... С тобой, если плюс-минус хрен к нос прикинуть, то где-то часов 7 есть. Так давай закажем уборщицу ввиду своей занятости. Мы же все-таки с тобой люди занятые, нам нужно работать. Нам нужно работать. А если... Все, а там не поломалось ничего? Случаем. Нет, уже спасибо. Дай мне 5 евро, я вызову себе сантехника, который починит мне... Починит мне... Это самый... Раковину. Спасибочки. И ты тоже спасибочки. Давай-ка мы вызываем сантехника. О, полиция рядом. Это я не люблю такие дела. Полицию я ненавижу прямо здесь. Она штрафует меня на огромные суммы, которые потом выплачивать приходится очень много. Очень долго и очень усердно. Так, отключили. Отключили. Так, пойдем духи разбросаем, там разбрызгаем. Ну, чтобы пахло вкусно и людей больше приходило. А духи мои? А почему они здесь? Странненько. Для начала главную комнату побрызгаем. Где сижу я? Ну, правда, я там не бываю, но все же. Да не надо мне
постоянно пытается двери снять. В этой кабинке все в порядке. Идем вот, вот в этот туалет. Музыка это тошноты уже, честное слово. Да чтоб тебе, ну, зачем ты так делаешь? Да положись. Hello. Hello, hello, бежим, 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 скорее, 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 скорее. Она уже со мной здоровается, а я все еще с работы бегу. Ну, некрасиво как-то с моей стороны получается. Главное, чтобы она не уходила. Я же хотел кофейку купить. Это просрал момент, представляешь, кофейку не купил. А вдруг она сейчас два раза попросит кофе подряд. И все, и как быть, как быть. Мне понравился танец, благодарю. Могу ли я предложить что-нибудь yes. выпить? Ну, на, фасоль поешь. А если она будет требовать еще и одну всего еду? Ой, ложечка пластиковая. А, не, не пластиковая, нормальный. Если она будет требовать еще и одну еду, это будет вообще отлично. Ну, уходишь, нет? Hello. Нет, не уходит. Благодарю. Разумеется. Yes. Попа-колы хочет. Отлично, отлично, отлично. Красота! Смотри, нам нужно кока-кола и... Точнее, попа-кола и, естественно, кофе с фасолью. Красная газировка, фасоль и кофе. Молодцы. Мы с тобой большие молодцы. Мы выполнили невыполняемое. Невыполнимое. Туру-ту-туру-ту-ту-туру-ту-ту. А ты здесь живешь? Дружище, а чё ж так долго ходишь сюда? А за тобой можно уйти? Нет, нельзя за ним уйти. По звукам меня должна была сбить машина, но этого не произошло. Полицейская ходит здесь. Гражданочка. А, грязюк-то уже отмыли? Отмыли. Пойдем толчковую бумагу разбросаем, разложим. Здесь она есть. Здесь ее нет. Здесь ее кто-то скоммуниздил уже. Эть, блин. Как мне сказали, в кабинке не очень хорошо не очень здорово заглядывать, типа туда просто не нужно заглядывать. А я считаю, что... Да пошли они все в жопу. Нехорошо, некрасиво, уж какие мы все правильные. В кабинке некрасиво заглядывать, все красиво. Самое главное, никому не мешать. Мы же их не отвлекаем, правильно? Правильно. А что переживать тогда? 39 евро. У нас сейчас денег хватит на еще один вызов. Пойдем быстренько уберем там все счетчики. Счетчики нужно убирать. Точнее, расход со счетчиков нужно убирать. Ввиду нашей слабой платежеспособности. Я нажал, оно не сработало. Слабой платежеспособности. Мы все-таки это не миллионеры, не миллиардеры здесь. И не можем себе позволить столько денег платить за свет, за воду. Потому что это неправильно столько требовать за свет и за воду. Это... естественные нужды. Реально, естественные нужды а с нас требуют, как будто бы, я не знаю, как будто за золото. Как будто у меня вместо воды реально золото течет. Ну или какая-то другая дорогая жидкость. А вместо электричества такое чувство, как будто у меня прям с жопой на изолятор сел, представляешь? Вместо электричества у меня там... Я даже не знаю, что у меня там вместо электричества. Даже представления не могу иметь, что у меня может быть вместо электричества такого дорогого. И, кстати, меня раздосадовало то, что расход полностью не убирается, а лишь сокращается во сколько-то там раз и на какой-то там процент. То есть я почему-то думал, что я вот этими страданиями облегчаю себе жизнь прям в разы и... Мой расход просто сводится к нулю, а в итоге-то нет, ни хрена, говорит мне один из комментаторов. Нет, нифига, у тебя просто-напросто снижается расход. Но ты как платил, так и будешь платить. Ну ладно, я что, мне не жалко. Все же не такие огромные деньги, как, например, без воровства. Вам нужно пройти мне... Да я же уже прошел, зачем ты мне это пишешь? Туру-ту-туру-ту-ту-туру-ту-ту-ту-ту. Кстати, еще на одну уборщицу нам хватает денег. И танцовщицу.
Это, безусловно, меня радует. И этим, безусловно, мы сейчас займемся. Но мы вызовем следующую уже танцовщицу, которая что будет? С которой у нас отношения нулевые. Опа! Опа! Ну-ка, мне нужен сантехник, и его нужно нанять. Заплатить? Заплатил. Закрытая кабинка, значит, там сходили в туалет. И значит, тут нужно смыть. Красота. Красота. Так, а здесь у нас все хорошо? Да, здесь все хорошо, и поэтому мы идем... идем, мы с тобой вызываем танцовщицу. Школа танцев войти. А мне нужно еще покушать. Прикупить. Еще. Лили была, это я знаю. Мэдисон, Эвелин была. Клара тоже была. Погоди, а что? А, Лили была, но она была такая. Она посредственная была. Она у нас с тобой забагалась, по-моему, да, и у нас с ней отношения нулевые. Даже ведь? Да, даже ведь. Школа. Дальше. Вызов. Да выйди ты отсюда. Денежку давай возьмем отсюда. Оп. И пойдем купим фасоль, кофе и газировку красную, чтобы в любом случае нам хватило на все прихоти этой женщины. Красную газировку отправляю домой. Беру фасоль. И беру кофе. Все как полагается. Я даже озвучил почти верно. Немножечко перепутал название, но ничего страшного, со всеми бывает. Со всеми случается, ничего страшного. Девушка, пойдемте. Пойдемте. Времечко-то уже ого-гошеньки. 3:30 ночи, а я вас все никак не дождусь. Традиции, я считаю, что вырежу вот эту вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вырежу всю эту вот свистопляску с танцами и со всеми вот этими вот... А погоди, а я ее не дождусь сейчас, она же ведь не зайдет ко мне в дверь, хоть она и открыта. Ну-ка. Заходи, не стесняйся, будь как дома. Мы уже с тобой виделись, не очень у нас сложились отношения. Девочка-пришелец с зеленым животом. Ну так вот, скорее всего, я это вырежу. Вот прям вот с этого момента. Провернули мы вот эту ситуацию с танцовщицей еще разочек. Давай вызовем уборщицу, чтобы она у нас убирала туалеты. И будем выстраивать отношения с Лили теперь. Могу ли я предложить? Да, можешь, yes. Конечно. Кока-колу. Я выпил, блин, только что одну газировку, представляешь? Я думал, что у меня есть три, а у меня всего две их было. И получается, я сейчас на вторую потратится, если она мне попросит газировку два раза одну и ту же. Будет не очень хорошо. Уходи давай, Лили, уходи. А я пойду за газировкой. Вот как туда выходить, так ты можешь выходить, а вот как зайти, так ты не можешь без спроса. Что за женщина? Что за женщина? Не понимаю вообще. Уборщица там как? Продвигается? Почему я быстрее тебя, уборщица? Ты за деньги, я туда бесплатно бегу. Мужчина, вы что здесь как столб вкопанный стоите? Заходите в туалет. Насладитесь ароматами. Пачок открыли, посмотрели, где пахнет, где не пахнет. В принципе, везде все хорошо. Посмотрели статистику по комфорту. Ну, комфорт сейчас восстановится с помощью уборщицы. Вон она какая-то красивая, вообще неописуемая. Здесь тоже все здорово, здесь все отлично, можно сказать даже. Так, ну все, все приступает к работе уборщицы и... Комфорт попрет сейчас только во все стороны, просто только так. Музыка это прям уже аж в ушах. Снится мне будет скоро эта музыка. Она настолько, знаешь, приторная, что сил нет. Мне, может быть, хватит даже на еще одну танцовщицу, но, блин,
Я думаю, что если нам хватит на еще одну танцовщицу, то это будет все же не в этой серии, а то как-то все получается очень быстро, очень стремительно. Мало того, что стремительно, так еще и, как это называется, затяжно. Опа, я с газировкой бежал. Отправляем домой газировку. Покупаем вот эту газировку. Она уже закончить должна танцевать. Пойдем, еще фасоль накупим. А, ее некуда девать, вот оно что. А бросить ее можно? Можно, тогда мы ее и бросим. То есть в холодильнике места больше нет. Ты хочешь мне это сказать? Мне кажется, это глупо, так как там вообще пустые полки. И обкладись весь этой фасолью. Кончилась еще, блин, туалетная бумага, это грустно. Hello. Я брошу вот сюда вот фасоль, ну, если что, отсюда ешь. Понравился танец, благодарю. Ешь давай. Yes. Кофейку хочешь? Ну, ничего страшного, молодец. Кофеек у нас есть. Водичка. Кофеек. Хочу новый рекорд. Просто прям как, не знаю, прям очень сильно. Сахарок. Где здесь молоко было? Вот оно. Да что такое? Этот рекорд не... Новый рекорд, 36. Рекорд не хотел ставиться, представляешь? Не хочет он ставиться, и все тут. Как хочешь, так и живи, говорит. Угу. Что там ногами шевелишь? Что там ногами шевелишь? Hello. Задумал что-то неладное. Понравился танец, ешь, yes. Давай. Кока-кола, как хорошо, что я ее прикупил. На, пей. И мы наладили отношения еще с одной дамочкой. Это просто невероятно. Ну-кся, давай, вываливайся отсюда. Девушка, уходите. У меня должно быть личное пространство. Я хочу побыть один. После такого мне хочется быть одному. А отношения с Кларой 3, Эвелин 3, Мэдисон 2, Лили 2. То есть мы с тобой сейчас просто ускорили игру в два раза. Мало того, что долги выплатили, так еще и с танцовщицами до двоечки прокачали отношения. То есть мы сейчас с тобой... Единственное, что можем сделать, мы не можем сейчас попробовать, у нас денег не хватит. Вызвать еще одну танцовщицу и уже с ней это самое. Успеем, мы сможем это сделать, смотри-ка. Ну давай вызовем тогда, нет, не статистика, мне нужна школа танцев, 2IT и Кларочку позвать. Вызов. Клара в пути. Отлично. Клара в пути, пойдем с газировкой. Пока Клара в пути, пусть гуляет, там идет. Себе не спешит. Нам нужно кофе. Нужен кофе. Потому что я его только что споил. И нужна уже газировка. Не та газировка, что ли, нужна? Сколько ж надо-то их? Я ту газировку купил? Да, ту газировку купил. Отправить домой. Это я могу домой отправить. А это что, я не могу домой отправить? Что хочешь сказать? Там места нет под газировку. Кларочка идет уже. Кларочка бежит. По-моему, Клара, да? Клара же? А, может, не Клара. Да и какая разница нам? Клара, не Клара. Клара, я тебя жду. Пойдем, Клара. Да я дверь открыть хотел. Да что ж за жизнь? Ну и ладно. Попил. Один хрен же сейчас проголодается в это... Утром после сохранения... Погоди, а утро уже, что ли? Нет, не утро, а что здесь так светло? Показалось. Заходи. Не заходит. Заходи. Не заходит. Заходи. Не заходит. Заходи. Спасибо. Заходит. Доход с рекламы прилетел. Прилип только что к кошельку. Так, и что мы делаем с тобой? Опять ждем, пока ты станцуешь? Неужели ты еще раз будешь танцевать? Это просто невыносимо. Мы же тебя уже видели, хватит. Побереги мои нервы. Вырезаем. Пока эта женщина плясала, я успел помыться, проголодаться и все, что только можно сделать. Пройдем ночь вместе, разумеется. Возьми девушку... Серьезно? Вот так вот. Возьми девушку в кровать, пройдите с девушкой в душ. А сначала в кровать или в душ? Вообще нужно сначала нужно в душ, скорее всего.
Не, ребят, мы это, конечно, вырежем. А ты... А мы же там разошлись. Почему ты оттуда идешь? То есть я ее все уже, да? Это самое, как бы все? Все хорошо с ней? Да? И вообще все здорово. То есть, по факту-то, наверное, с ней не надо было этого делать, да? Или что? Я с ней мог уже просто-напросто пойти, да, это самое, в отпуск, а я ее, это... Ой, какие дела-то. Какие дела творятся. Занятость, нанятие, оплата. Бляха-муха, представляешь? Кларку-то мы... Того. Того самого. Какие вещи страшные творились только что, ты не представляешь. Я-то, наверное, вырезал это все. Потому что, ну, не... Зачем это вообще показывать? Какой кошмар. Ой, мужичок, а что у тебя тут? Здравствуйте, можем ехать? Ты, Клара, Эвелин, нужны еще два человека. Понял, короче, мы, значит, в следующей серии с тобой как раз это и сделаем. А на этом мы с тобой прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Пиши комментарии, ставь лайки. И увидимся с тобой в следующей серии. И пока.